Тем временем дагестанские единороссы пожертвуют свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом на совещании фракции парламентской партии заявил спикер Народного собрания Республики Хизри Шахсаидов. Деньги поступят в фонд, который был создан по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева. Средства будут направлены на закупку противочумных костюмов для медперсонала. Кроме того, один из депутатов готов предоставить гостиницу для размещения и лечения больных COVID-19. А некоторые парламентарии заявили о готовности предоставить свои медучреждения для борьбы с пандемией.